Оптимизма не теряет аргентинец. На его счету сегодня голевой пас. Рикардо Коста. Пареха назад. Рюль Ромео. Снова Пареха. Валенсия держит мяч, не просто там показывает, демонстрируя высокую технику, это все понятно. Не атакует игроков Валенсии, кто вот обостряет Фигули пасом на Барагана, включается Хорди Альба, передача в штрафную. Опасно может быть, маленький Пьяти бьет головой, гол! Гол! Как говорили про кого-то из баскетболистов, не помню сейчас про кого, это Василий Аксенов писал, что игрок-то он знаменитый, но вот роста у него нет никакого. Так и про Пабло Пьяти можно сказать, и быстрый он, ну так... Думаю, что не обиделся, потому что говорю с восхищением. От горшка два вершка, забил головой, Вальдеса перебросил. Ух, какие дела! Ох, сейчас оно начнется. Или оно уже началось. И опять Фигули начинает эту атаку, обостряя передачи на вовремя включившегося Барагана. Вот сюда, офсайда нет. А тут уже офсайд по мячу считается, его тоже нет. Сбрасывает Алькасар, центр штрафной. Убежали два центральных защитника. Смотрите, вот не удел Маскерана, вообще караулит пустой сарай. И туда побежал Пике, непонятно. То есть понятно зачем, но опять-таки опаздывая. И Дани Алвес, который к борьбе не готовился, ставил спину и никак не мог рассудить. Это как это, Пьяти будет перекидывать? А Вальдес уже в воздухе висел. Он не барон Мюнхгаузен, он не может там барахтаться по 2,5 часа. И потому счет матча стал 2-1 в пользу Валенсии. Едем дальше.